поехал по пешеходному переходу. Юр, надо ускориться, велосипедист тут едет, не спешившись. Интенсивное движение, как пешеходов, так и автомобилей. А вы знали, что вы нарушаете? Не, ну я не думал, здесь светофора нет, я думал, не можно проехать. Нет, то, что спешиваться а необходимо. Госавтоинспекция постоянно доводит информацию? Ну, да, конечно. Вы знаете об этом, да? Конечно. Ну, я с велосипеда не встала и переехала просто. А вы знаете, что согласно правилам дорожного движения необходимо спешиваться? Конечно, знаю. А почему нарушаете? Ну, хотела побыстрее на работу торопиться. Не будете больше нарушать? Да, я думаю, что нет. Едет, не спешившись. Че, догнать его? Давай, че. Что, в чем дело? В чем дело? Законное требование сотрудника полиции не выполняет. Молодой человек, остановитесь. Нас патрульный автомобиль останавливает. Почему вы скрываетесь? Не знаю. Я просто ехал дальше. Вы не слышали? Нет, не слышал. У вас наушников я не вижу. Вы... Слышал просто. Сейчас почему вы уезжаете от сотрудника полиции, убегаете? Не знаю, подумал, что обратно надо ехать.